Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. Я нахожусь сейчас у станции курорта Меретинский. Сейчас 8 часов утра, и я собираюсь на границу России-Абхазия купаться. Поэтому желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Вот я выехал, я тут живу буквально 2 минуты. Посмотрите, какая красота! Как раз выходит солнышко. И сейчас мы поедем в сторону страны восходящего солнца, к Абхазии, друзья, по Олимпийской набережной. Вот у нас слева новый концертно-театральный комплекс строится. Скоро, кстати, здесь будет уже выступление. Справа у нас автодром, за моей спиной станция курорта Меретинский, фонтан, елка, приехала электричка. В общем, сегодня, по-моему, 10 января. И мы отправляемся, друзья, в путешествие. Такое солнце яркое, что я даже не могу его выделить. Посмотрите. Вот это утреннее солнышко. Теперь вы знаете, как происходит рассвет в Сириусе. Ну какая красота! Не могу даже уехать, все тут делаю фото. Но надо ехать. Я думаю, сейчас у нас еще все самое интересное впереди, друзья. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей, отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Мы отправляемся на границу России-Абхазии купаться. Дождик вечером и ночью, но сегодня уже передают погоду без дождя. Я даже не взял зонтик и выехал на велосипеде. Едем по Олимпийской аллее. Посмотрите, никого нет. Только я проснулся, самый активный. Я уснул вчера рано и проснулся сегодня в 6 часов утра. Уже я где-то час практиковал. Ну, то есть я проснулся, у меня там ряд практик. Я бы сделал зарядку, убрался, сделал силовые упражнения, йогу, сходил в душ в холодный. Это все уже сегодня сделал, я уже активировался. И вот у меня сейчас, можно сказать, такая вторая тренировка. Тишина такая, непривычно даже. Знаете, как выглядит рассвет в Сириусе. Смотрите, какая красота. Думаю, что можно даже нам и на мост заехать. С моста будет сейчас прекрасный вид. В общем, друзья, поздравляю всех с Новым годом, Рождеством. И желаю вам хорошего, прекрасного года. Пусть у вас все получается. Так, у нас сегодня плюс 10 передают. А вы напишите, какая у вас погода, друзья. Откуда меня смотрите. И когда приедете, напишите, мне будет интересно почитать, как вам мои ролики.
нравится или нет. Так, сейчас будем смотреть на восходящее солнце. Смотрите, я один, никого нет, все на работу пошли. Вот смотрите, такая красота тут открывается у нас. Тут вид, смотрите, на горы. Так, я сделал несколько кадров для своего телеграм-канала, друзья. И сейчас буду пост делать туда. Там информация в режиме реального времени. Подписывайтесь, у нас там есть еще чат. В телеграме группа ВКонтакте, куда я дублирую все видеоролики с YouTube. Так, и мы отправляемся до границы сейчас. Двигаемся через Олимпийский парк. Мне надо разогреться, чтобы я прям горячий был. Олимпийский парк пустой, смотрите. 8 часов утра. Так, у нас тут пешеходный переход. Кстати, здесь пешеходный переход, здесь всегда можно проезжать и не ждать светофора. А вот здесь надо ждать светофор. О, какой лайфхак. Если не хотите ждать, идите на этот переход. Смотрите. Работяги идут на работу. И очень много снега в горах. Видимость хорошая. По-моему, сегодня можно даже и в горы отправиться. Так, здесь у нас проход был, но он пока закрыт до 7 февраля. Поэтому мы сейчас двигаемся и ищем проход к морю. Так, я тут никого. Давить что-то они. Все под колесами у меня путаются. Проезжаем образовательный центр Сириус. О, какая красота, друзья.
Очень красиво. В Сириусе во время рассвета, посмотрите. Еще один кадр сделаю для своего телеграма. Как-то жарко становится. Так, вот мы тут едем по частному сектору. Первая береговая линия. Так, выезжаем к морю. О, как у нас слева столовая Бон Аппетита. О, какое сказочное море, спокойное. Сегодня однозначно надо искупаться. И отправляемся в сторону границы России-Абхазия. Там собаки, а у меня есть отпугиватель для собак. Ну что, пришло время его проверить. Что-то они там разгавкались. Так, достаем отпугиватель, сейчас проверим его. Они, я смотрю, на всех там гавкают. Так, вот такой отпугиватель, смотрите. Вот такой слабый. Вон она уже побежала, собака. Смотрите, они убегают. Вон она вот отсюда выскочила и побежала. Ну что, сейчас проверим. Вот отпугиватель. Я просто его сейчас включу. Вот так он. Он работает. То есть они сейчас на меня кинутся. Смотрите. Они были очень смелые. Доброе. Ну смотрите, не гавкают на меня. Но у меня в руке вот этот был включен. Ладно, я сейчас не могу проверить, они там с людьми. Сейчас эти. Но, по-моему, помог, да, отпугиватель. Вот еще собака. Вообще их кормлю обычно, ну знаете. Вот такие ситуации. Ну давайте проверим. Смотрите, вон она сразу убегает. Просто убегает собака. Мне кажется, такой отпугиватель очень хороший для девушек, знаете, которые ходят где-то одни, на которых могут напасть такая собака. Вот еще одна собака. Но они сразу убегают. Вон она спряталась в кусты. Та вообще бежит. Вот такой ультразвуковой отпугиватель, друзья, за 700 рублей я купил. Если я вдруг где-то окажусь, на меня набросятся заброшенные собаки, я думаю, он может помочь.
Вот эта собака убегает от меня. Ладно, не буду ее больше пугать. Она ж на меня не гавкает. Тут если будет гавкать, вот еще собаки. Ладно, я же не живодер их пугать, я просто взял это для защиты. Так, тем временем мы двигаемся, друзья. Моросит небольшой дождик. Вот тут тоже спортсмен уже без футболок. Я тут всегда делаю несколько кадров. И вот сейчас тоже хочу сделать. И поехали дальше. У нас есть цель. Нам надо доехать до границы и искупаться. Посмотрите, 8 часов утра, уже много спортсменов на Олимпийской набережной. Не только я один. Так, мы сейчас проезжаем, у нас слева отель Radisson, справа пляж, там таблос со всей информацией. И для своего телеграм-канала я сейчас сделаю кадр. Смотрите, как красиво здесь. Такая красота. Теперь информация на табле, друзья. Вода 16. Что-то как-то, по-моему, они недостоверную информацию доставляют. По-моему, вода сейчас ниже 16. Посмотрите, какие красивые горы слева. Дождик начался, представляете? Такой мелкий-мелкий. Проезжаем парк отель Арфа. Так, я думаю, сейчас этот дождь пройдет. Вот Сережа мчит. Волосы назад. Контент для вас делает. Надеюсь, вы поддержите меня. Поставите лайк. Напишите объективный комментарий об увиденном. Как вам? Как вам мои ролики? Напишите. Откуда смотрите, когда приедете, мне будет интересно почитать, как Новый год отметили.
когда приедете? Так тихо, птички чирикают, и очень жарко. Что может быть прекраснее, чем утром съездить на границу Россия, Абхазия, и искупаться. Это просто же пик, так сказать, развития человека. Но что можно утром делать более прекрасное, чем двигаться, закаляться, осуществлять контакт с природой? Можно, конечно, и в постельке полежать с любимым, например. Тоже прекрасное занятие. Ну, давайте свои варианты. Как вы свое утро проводите? И что вас заряжает? Напишите, будет интересно почитать. Приезжаем в пляж Бридж Резорт. Подъезжаем к границе. Слушайте, сегодня, наверное, в горы стоит подняться. Сегодня такая видимость хорошая. Вот кто рано встает, тому Бог подает. Посмотрите, какие виды у нас. Скажите, а я вообще в записи смотрю уже вечер или день? Я рано не вставал. Я встал, друзья, рано за всех. Тут сейчас отчитаюсь перед морем. Это уникальные виды. Представьте, я каждый день вижу эти уникальные виды, и теперь вы тоже будете их видеть. Потому что они же всегда разные, эти виды. И у меня есть уникальнейшая возможность передать это людям со всего мира. Представляете, какой я счастливый. Я не один это смотрю, я это показываю всем желающим, эту красоту. Все, подъехали к границе, идем купаться. Вот это сейчас я искупаюсь с таким видом, как вам? Сейчас сделаем несколько кадров этой красоты для своего телеграм-канала. Фух.
Идем купаться. Хорошо. Жарко. Я прям сейчас с удовольствием зайду, окунусь. Пару рыбаков сидят с шестью удочками. Так, все, я пошел купаться, друзья. Ролик о том, как я искупаюсь, я скину в свой телеграм-канал с шортсом. Подписывайтесь, если хотите это увидеть. Я же на этом с вами прощаюсь. До скорых новых интересных выпусков. Подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Все, всем хорошего дня. Еще раз с Новым годом и удачи. Всем счастливо, друзья.